Всем здорова, дорогие мои друзья, с вами Дмин от Me One Games и со своим очередным выпуском акции скидок в GTA Online. Добро пожаловать. Ну, как всегда, по традиции, я попрошу поддержать тебя лайком, подписаться на канал и, конечно же, оставить свои эпичные комментарии. Большое спасибо. Машинка на стенде. Эта машинка уже была на стенде, может быть, даже не один раз. Это тачка из сюжетной линии. Мы, правда, в сюжетке еще почти не дошли до нее. Надо еще немножко времени поиграть нам на стримах. В общем-то, это машинка спорткар. Давайте-ка глянем. Вот она, Entity XF. Так, машина недорогая, 795 тысяч, но выглядит довольно-таки классно. Можно было бы выиграть, у кого нет до сих пор. Наверное, интересно будет в основном новичкам, но тем не менее. Всем удачи в колесе. Теперь смотрим другие скидочки на Legendary. Чемпион у нас продается. Ну, конечно, не 50% скидка, но тем не менее ощутимее и дешевле. Также и Морган, по-моему, тоже на стенде как-то был у нас. Тоже дешевле. Как много скидок, смотрите. Тирант, XXR, вот этот вот более новый. О, вот еще машиночка у нас, автач вот этот. И тут машинка, Rapid GT Classic. О, Вагнер еще, тоже на стенде был. Даже на дешевые машины есть скидка. Массакра, тоже старенькая-старенькая. Также из сюжетки GB700, тачка Бонда. И тут, посмотрите, экземпляр. Потом у нас Rapid GT, Rapid GT Cabrio. Целая куча. А вот на втором сайте у нас только вот Массакра разукрашенная, как я вижу. А эти за ноль все уже давно, как бы. Вот еще у Бенни есть машинка. Спектра, что ли, как так называется. А то на Ворстоке нет ничего. Как и на Элитосе. И на Вело... Да ладно, я шучу, ребят. И опять, совсем недавно у нас были скидочки на квартиры, и они опять у нас здесь есть. Дома и квартиры. Высший класс, соответственно. Все, что вы хотите. Так что, если живете где-то в трущобах, то можете приобрести себе классную хату. Офисов и агентств нету. На сайте поддержанного бизнеса также пусто. Ну что, время крутануть. Давай-ка, игра, удиви меня сегодня чем-нибудь, кроме футболки, пожалуйста. Дискаунтом, да, каким-нибудь? Ха-ха-ха-ха! Блин! Ну, ёперное дерьмо. Ребят, ну... Ну, без комментариев. Хоть... Долго я жду, хоть мало я жду. Футболка как падала, так и падает. Ладно, давайте к режимам, заданиям и так далее. Так, ребятки, серия погони у нас. Оказывается, X2 опыта и X2 денег. Вся. Также в заданиях серия казино. Все, что сюжетная от Агаты Бейкер. У нас X2 опыта и X2 денег. Я это снимал, на канале есть. В разделе «Доход за час». Также X2 опыта, X2 денег на некоторые задания отдельные. Скорее всего, от одного и того же товарища. Ну, судя по всему. Это, я так понимаю, Джеральд, скорее всего. Ну да, X2 опыта, X2 денег на покой. Кстати, неплохой доход на этих заданиях. Реально неплохой. Ну и то, что вы сами увидите при заходе в игру, автовендетта обычная. Кстати, в автоклубе как раз этот спектр, который нам и показан на сайте Бенни. Да, можно его выиграть совершенно без каких-либо проблем. А чтобы это сделать, мы должны пройти в серии погонь, быть в числе 5 лучших 3 дня подряд. Все довольно-таки просто, опять же. Но тут уж, как говорится... Было бы желание, а есть оно или нет, это еще вопрос. Так, это у нас Султан.
я так понимаю, из последних, этот автач этот, ну я так называю автач его. И вот тачка со стенда, Entity вот это вот. Можно покататься, правда раскраска что-то такая себе. Ну ладно, нам-то что, девахи смотрят, значит все хорошо. Так, ну и по традиции перейдем к тому, что не видно. Попробую отыскать инфу. Итак, ребятки, очень долго я ждал, пока появится хоть какая-то информация, и походу я зря ждал, потому что кроме того, что мы с вами увидели, на сайтах особо ничего и нету, кроме этого. Эта неделя у нас ознаменуется как неделя казино, то есть задание казино, миссия казино, телефонные заказы Агаты Бейкер и прочее, прочее, все, что связано с казино, все у нас X2 опыт и X2 денег. А также бесплатные вечеринки, которые мы там за сколько там, за 20 тысяч или за 10 организовывали в пентхаусе. И скидочки там на бар 30%, там, видать, на шампусик. В общем-то, ребятки, можно было и не ждать, и не искать, и ничего вот этого не делать, но тем не менее. Ну и само собой, что я говорил ранее, это задание Джеральда, задание на покой Джеральда, серия, и, соответственно, те режимы, которые мы с вами видели, и гоночки. Поэтому больше мне как бы вас обрадовать нечем. Про обновление пока информация крайне сомнительная, поэтому говорить я не буду. Там вроде есть намек на то, что может Майкл появиться, персонаж Неда Люка, который, ну, в оригинале в GTA 5 его озвучивал, из которого рисовали. Но это опять только слухи и предположения. Конкретной инфы пока нету. Ну что ж, ребят, всем спасибо, кто смотрел, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите мнение в комментариях, если я что-то забыл или сказал не так, конечно же, можете поправить с удовольствием, если есть такая возможность. Опять же говорю, время выхода этого видео, оно не от меня зависит, я бы его еще 2 часа назад выпустил, но, к сожалению, пришлось ждать, искать и смотреть, чтобы ничего не упустить. В остальном же приглашаю вас по ссылочкам у меня в описании, группа и прочие все вот эти радости. В группе я публикую по, ну, всякие слухи по GTA и так далее и прочее, прочее все. Также планы. Так что увидимся, ребят. Всем спасибо, кто был со мной. До новых встреч на стримах и новых роликах. Всем пока.